Снова привет, Америка на проводе, пацаны. Приветствую вас с берега Атлантического океана, что недалеко от Майами. Здесь тепло, плюс 25 градусов, в то время как по всей Америке ударили сильные морозы. Луисвилл минус 10. Даже в Атланте минус 4 ночью. Не очень много по меркам России, но лучше спрятаться здесь и встречать закат на берегу океана. И это замечательно. Удается все хорошо снять именно тогда, когда солнце только встает и все не так ярко вокруг. A1A дорога, А1А. Здесь приходится забывать, что есть где-то работа, что надо куда-то спешить. Просто наслаждаешься ситуацией, наслаждаешься прекрасными видами. Приехал к другу и отдыхаю у него некоторое время. С ремонтами тоже все нормально. Подушку поменял, использовал автомобильный домкрат. Ну, видео, к сожалению, не снял. Автомобильный домкрат и 20-тонный использовал, которым снимаю. Ну, правда, на ступеньку поставил. На ступеньку поставил автомобильный домкрат, приподнял кабину, вытащил оттуда подушку новую. Вам вообще интересно это, когда я снимаю такие замечательные виды? Трак стоит на тракстопе 575 в Дэви, Флорида, отсюда 15 миль. Машину взял в аренду. Audi Q3. $260 где-то за неделю обошлась. Вокруг машины тоже немного поснимаю попозже. Город просыпается, начинает шуметь. Вот там вдалеке город Майами уже, это на юг мы сейчас смотрим. Слева океан, это восток, значит здесь юг. Очень нравится мне здесь, но, к сожалению, для тракового бизнеса не совсем приспособлено место. Парковки дорогие, за машину плачу $20 в день, то есть неделя парковки обойдется 140. Есть, конечно, подешевле неохраняемые парковки дальше на север, 150 миль, но там не будет Майами, хотя там будет океан и там подешевле жилье. Вполне реально здесь проводить лето, вернее зиму. Летом здесь, конечно, жарко. Купаюсь каждый день, загораю. 26 градус широты, довольно жарко. Ну, солнце, вернее, лучи кожу обжигают неплохо. Сразу тело все краснеет. Пользуюсь защитным кремом 70 на 70. Вот такое небольшое включение. Машину еще поснимаю попозже. Да, вот яхты, домики, виллы тут. И все это идет вдоль берега Майами и далеко на юг. Вплоть до Ки-Уэст. И далеко на север от Майами тоже миль 100 идет. А
вот такие, все ровным слоем. Яхты, виллы и так далее. Ну, дальше на север, после Джупитер, Флорида, уже начинается сельская местность, и уже нет такого роскошества, излишества. Так что неплохое место обитания. Жить здесь дорого, снимать, к примеру, one-bedroom room, это двухкомнатную квартиру в одном из таких зданий, стоит 2,5 в месяц, не считая электричества и так далее. 2500 долларов в месяц. Можно поспать на балкончике, неплохо. Совершенно не холодно ночью, даже до 15 градусов не опускается. В этом году я отдыхаю уже не первый раз, само собой. В январе был в Майами, также в Техасе был, в Алабаме, по-моему. Потом улетел в Россию, оттуда в Грецию. В Греции отдохнул, во Вьетнаме, и вот я снова в Майами. Обо всем этом имеется видео, кстати, у меня на другом канале. На Грецию и на Вьетнам скину ссылочку в описании. И на мой основной канал. Подписывайтесь тоже. Да. Море примерно такое же зеленое, как во Вьетнаме, океан. Там уж во Вьетнаме это был Тихий океан, да. В Греции темно-синяя, более соленая вода, Средиземное море, остров Крит, но буквально с пляжами проблемы, некуда даже полотенце кинуть. Гамаки только. Здесь с местом проблем нет, а во Вьетнаме была вода грязновата. Галвестон, что в штате Хьюстон, было попросту холодно. Был не сезон вроде. Вот, ребятки, Q3, которую я, собственно, взял в аренду. Сколько здесь литров-то посмотреть, если... Ну, 2 литра, наверное. Не больше. TFSI. Вот она, Audi Q3. Совершенно такая не шустрая, даже когда на динамике ездишь. Пойдет. А вот кто-то здесь тоже покатался, вообще волшебно. От Бэхи не осталось почти ничего. Просто его бомбанули. А нахожусь я в Sunny Isles Beach, город называется, что переводится пляж солнечных Sunny Isles островов, Sunny Isles Beach, что между Fort Lauderdale и Майами. Sunny Isles Beach, Флорида. Сейчас еще океан сниму. Так, вот она, дорожка на пляж между двумя зданиями. Красота и волшебство. Вот я уже на пляже, прошел через эту дырочку. Вот. Вот он, Атлантический океан. Совершенно замечательный и весь такой атлантический. Вот, доехал до тракстопа. Такой
595 тракстоп называется. Вот мой красавчик стоит, ждет меня, снова в бой ринуться хочет. Вот новая подушечка, абсолютно новая Firestone. Вот так я в кабину поднимал, подножку чуть погнул, но ничего, нормально. Привет вам всем, братва. До новых включений, короче, одним словом. Америка здесь, пацаны, снова. Просто еще немного хотел накинуть вида океана, островов, вилл, яхты, виллы. Все это очень красиво. Ну и, конечно же, океан. То проясняется, то снова становится облачно. Классно. Сегодня четверг, завтра уже пятница. Надо сдавать машину. Работа не за горами. Скоро снова трудиться придется. Вид из окна всегда тот же самый, просто океан всегда другой. То спокойный, то бурный, то волны пенятся.